Всем ассаламу алейкум, всем добрый день. Возвращаемся вновь к нашим разборам приема. Сегодня будет разбор в кресте. Все ситуации постараюсь разобрать и показать. Смотрите. Начало крестового захвата, соответственно, вам никто не даст зайти сюда и отсюда вам начинать работу. У нас есть два варианта зайти в крест. Это забираем руку коротким движением, грузим его, продергиваем, и рука заходит сюда. Это первое. Раз, основное. Руку отпускаем, затем берем, накидываем. Не на него идем, накидываем, потому что вы можете улететь. Здесь рука сразу на себя. Здесь, когда отпускаем эту руку, я что делаю? Я его натягиваю. Это первое положение захода в крест. Второе положение. Вот вы пропустили руку. Пропустили руку. Здесь грузим не вот так вот руку, а сверху. Теперь смотрите. Движение. Нога у меня. Делаю движение. Циркулеобразно. Раз. И рука зашла у меня. Тоже. Смотрите отсюда. Гружу его сюда. Да, рука зашла. Это вторая позиция с креста. Теперь показываю с креста положение. Зашли в крест. Первое, это добор. Смотрите, расположение его ног. Смотрите, первый вариант. Продерну, видели, ногу поставил, смотрите, что я делаю. Я ногой захожу в него и, соответственно, замыкаю захват. Я могу на ногу к нему пойти. Это 4 балла. Я могу сделать утреннее движение до конца, до конца. Можно 4, можно 2 балла. Это первый добор. Второй добор. У него стоит эта нога впереди. Смотрите. Я, не касаясь его ноги, я делаю сброс на его ногу. Ставлю сюда. И, соответственно, то есть я опорную ногу его сбиваю. Еще раз. Я растягиваю захват. Смотрите, что делаю. Оп! Видите? И замыкаю. Но при работе в кресте основная работа, мы не стоим вот так. Мы сразу, я растягиваю, видите? И даю ему сконцентрироваться. Это самое основное. Затем, теперь смотрите. Посадку я уже ранее показывал. Не буду ее повторять. Сейчас с бросками. Вот, если у него нога стоит в таком положении. Мы заходим завис. Завис мы заходим не сюда, или как многие делают вот так. Он переступает и продолжает. Меня уносит на бросок. Это ошибка. Зависом я захожу вот сюда. Видите? Я ничего не делаю, но я ему отключаю ногу полностью. Его левую сторону. Смотрите. Оп! Я замкнул, и получилось, я вообще захожу на завис. Но бывает, что он устаивает с этого положения. Я захожу, он устаивает, я что отсюда делаю? За собой уношу его. Видите, я ни в коем случае не упрямляюсь, не растягиваюсь. Я как замкнулся, так иду, теперь бросаю. Теперь без паузы это движение. Я захожу. Захват не распускаю. Затем. Есть такое движение. Я растяну. Заставляю его поставить левую ногу вперед. Его левую. Смотрите. Раз движение. Ноги заряжены. Заступаю. Ибо это добор. Ибо отсюда выкручиваю прогиб. Но смотрите, при этом движении мои ноги заряжены. Я полностью собранный. Раз. Видите? У меня есть чем выбивать. То есть я не захожу вот так, как многие. Оп! Видите? Я полностью уже все. Мне нечем выбивать. Мне просто парень. Но здесь движение растянутость. Раз.
шагнул он, захожу сюда, и отсюда я выбиваю один. Это очень хороший прием. Еще раз. Оп, поясницу, нужу поясницу. Захват, руки ровные. Загрузил его, он шагнул, я заступил. Я здесь. Это был разбор с кристаллом.